Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. 26-й день, забираю 40 тысяч монет. 40 тысяч монет, как это кажется дофигища. На самом деле, нифига подобного, это мелочи. Это мелочи жизни, и привет всем. Привет всем. Главное не забыть отправить. Так, результаты, смотрим, ребята, наших гонок. И, видимо, я не дождусь, нет, дождался. Итоговое место... Итоговое место мы, ребята... Оу, ну 700, ребят, ну... 700 этих, куда? Это вообще ничтожно мало, ребят. Ладно, хотя бы раньше 3700 новые колеса. Так, новые колеса мы получили. Это у нас, получается, колеса выпали на тягач. Так, ну что у нас тут? Управление в воздухе, ускоритель, дым. Ребята, пещеры ледяного огня нас поджидают. Хорош, мы на этой машинке уже погоняли. Давай-ка мы вначале изменим наше протеже. Свиное рыло возьмем. Давно его не было у нас, кстати, свиного рыла, поэтому я его возьму. И, и конечно, что? Нет, поеду я, наверное, на раллийном, ребята, авто. Но раллийное авто будет снабжено крылышками. Поехали. Так, сколько там, по-моему... Блин, я не посмотрел, ребят, сколько гонок-то у нас. Две гонки или одна? Слушай, а тягач-то здесь, да? Он же у нас тоже очень хорошо, ребят, прыгает. Давай. А раллийное авто вообще, ребят, у нас куда-то там... Геннаквейл. Ну, я думаю, что здесь все-таки будет победа за нами. В первой гонке будет победа за нами. Во второй еще неизвестно. Во второй под вопросом, под огромным. Потому что там 100% тоже надо будет перепрыгивать, скорее всего. Я больше чем уверен. Если тут вообще будет вторая гонка. Может быть, тут она всего лишь одна. А, нос чешется, ребят. Ну, все? Все. Ребят. Да, тут была всего лишь одна гонка, и мы ее сделали. Свиное рыло нас не подкачало. Так, а у нас дальше идет горный кубок. Давай попробуем, наверное, крылья оставить. Блин, а у нас крылья-то мы оставим, у нас будет сцепление очень-очень паршивое. Потому что у меня нет колес. Колес именно с хорошим зацепом. Но можно это компенсировать, да, крыльями. Причем крылья здесь, ребят, очень даже неплохо нам помогают. Мы перелетаем большинство вот этих кочек, ям. Сам только что-то видел, все прекрасно, без моих слов. Даже несмотря на то, что, ребята, у нас нету нормального сцепления. Но крылья вот здесь, конечно. Опачки, ты посмотри на вон того вот, легендари. Тягач тут еще присосался. Так, вопрос. Ты... Этот чувак, короче, ребят, догазовался, я имею в виду, на выскочке. Ой, выскочке, на... Ёк-макарёк, уже забыл, как звать-то. Ну, короче, вот легендарий, который едет, он переборщил, короче, с перегазовкой и развалился там, ребят, прям перед финишем. Вот что я хотел сказать. Ай, да. Посмотри на него, на бедолагу, на этого. Летит и... Так, люди, что из... Что, люди, что все из команды выходят? Из команды? Вышел-то. Ну да, выходят ребята из команды. Ну, я же не буду держать. Пускай идут. Чё, а чё? Я же не могу их держать, ребят. Так, ладно. Мы едем далее. Какая гонка? Нет. Нет, не гонка. Приступайте к развлечениям. Да, приступим к развлечениям. Опять, ребята, я оставил крылья.
Ну, ё-моё, ну, блин, ну он слишком, ребята, круто прыгает, конечно. Просто с одной точки на другую залетает, и все. Тут с ним, конечно, уже никак не посоревнуешься. Единственное, что вот здесь сейчас, конечно, может быть у нас, ребят, прорыв. Зря я, наверное, взял крылья здесь. Если честно. Вот именно здесь, они вообще не в тему. Хилмастер. Хилмастер. Ты мастер залечивать раны? Медик, что ли? Хилмастер, блин. Ладно. Че с машиной-то? Че с машиной? С машиной-то че, спрашиваю? Ёк-макарёк. Окей. Окей, окей. Мы, короче, здесь заняли второе место. И, кстати, я что-то не видел, ребят, этого. Вон он спешит. Он, ребята, здесь специально притормаживает. А знаешь почему? А потому что он может разбиться элементарно. Пипец. Ты видел сейчас? Holy shit, я бы сказал бы. Ач. 7 баллов. Ну, первое место я себе обеспечил. Но, ребят, с такой натяжкой. Прива. Я же поздоровался же с вами, ребят, вы чё? Чё, опять восхитительные диверсии? Не, ну давай тогда уберем, наверное, эти крылья нафиг. Чё-то как-то... Не с руки, ребят, они мне сейчас здесь. И не с ноги. Так, выскочка подрался. АМП. Блин, я засмотрелся на другую тачку, прикинь? Я засмотрелся на другую тачку, а оказывается, это был не я. Это был у нас Рейчи. Который, дурачок, даже не заехать не смог. Ну, тем самым он дал мне, ребят, фору. Фору на обгон, как ты видишь. Круто. Круче некуда. А начал он хорошо. Нет, ну мы тоже с тобой, помнишь, тогда тоже начинали много гонок. Начинали хорошо, заканчивали как отстойники полные. Вот здесь вот нафиг. Слушай, выскочка. Отвали нафиг, а. Так, здесь я не пойду наверх. Я лучше по низиночке. По низиночкам прокачусь. Низиночки мне как-то ближе. Сподручней. Так, это у нас была вторая гонка. Давай, ребят, дальше. Последнюю осилим. Зашибись. Я пока тут муслякал, у нас уже все, ребят. Гонка началась. Я даже не успел ничего пикнуть. Даже отсчет на 3 секунды не успел сделать. Эй, фикси. Тихо, родной. Я вижу, ребят, что сзади этот охламон там подкрадывается. Но кишка тонковата у него. И в итоге мы первые. Так, что там пишут? Ролик запишу, да. Катаем ролик. Так, да ё-моё, что ты... День гонок, друзья, ну день гонок сам Бог велел, вот. Свиное рыло на Ламборджини. Поехали. Блин, долбаные пригорки. Тягач-то понятно, их нормально так вытягивает. Давай, только не надо говорить, что ты меня еще тут обгонишь, блин. Я еще понимаю, в горку, но под горку. Ты уж извини, браток. Не дорос еще пупок. Просто издеваешься как хочешь. Так, идеальный старт у нас был. Йо-хоу. И тягач опять сзади, да? Тягач, ребята, просто на хвосте у нас. Паршивцы такие, а? Вот это я помню. Ребят. А вот нафига он сбрасывал скорость? Вот это вот для меня непонятно. Знаешь, почему непонятно? А, потому что ему лучше не скидывать скорость. Он как раз прыгнул бы и пролетел бы дофига там расстояния. И мог бы даже... Хотя он так взял первое место. Но так бы ему было бы проще и быстрее. Ну
Нет. Нет, я не должен, ребят, позволить этому хлыщу. Ну. Есть! Подрез. Подрез, ребят, на финишной. Нормально. Так, ну что, мы забираем с тобой 12 деталей. О, у нас супер дизелек мой. Что там? Наверное, уже завтра. Или поздно вечером. Ну как вечером, если на моих часах сейчас, ребята, 9 час. Как поздно вечером, блин. Слушай, а вот эта вот рубашка, которая там у нас есть, лежит, она у меня есть или нет, к которой мы идем на выигрыш? Кстати, после ролики, ребята, естественно, попробуем. Ну что значит, естественно, попробуем? Мы будем играть в дракона всадники Олуха. Вот. На втором канале сегодня, не знаю, наверное, выйдет серия по хаку, это раз. И, скорее всего, выйдет про зельевара, да. Многие ждут. Так что сегодня, наверное, серия будет про зельевара, наверное, даже с камерой. Так, ну что, кокосовая бухта у нас. Вот все в этих наушниках, ребята, хорошо, все идеально. Но уши, блин, потеют. Трындец просто. Хотя здесь не кожаные амбушюры, а тканевые. Но все равно, они очень слишком сильно прилегают. Блин, да что такое? Что за ККМ-ка тут прет? Он еще и с попрыгульками. Ты посмотри на него, попрыгушки там. Иди кури бамбук. Трущобы. Так, сумасшедший город. Ты посмотри, тут... очень много, ребята, у нас раллийных авто и одна ККМ-ка. И он хочет все-таки на своих попрыгушках что-то здесь сделать, но ничего у него не получается. Бэм! Еще и перевернулся. Мне вот интересно, тут рубаха есть у нас или нет? Тяжеловоз и стартовый ускоритель. Ну что, поехали. Нобл. Кстати, Нобл у нас тоже, ребята, частенько попадается на гонках. Йо-хоу, отлично. Куда ты вылетел, блин? Ты посмотри, вот этот Нобл, кстати, ребят. Вылетел вообще непонятно откуда, блин. Но он не на форсаже, я не знаю, ребят, как он там умудрился просто вырулить. Ой-ой-ой-ой. Ну, здесь мы сделали. Оно был, по-моему, вообще, ребят, нет, вторым приехал. Я думал, он последним. Ну, ничего подобного. Вот меня... так тут, смотри, тут две, ребята, тут два суперкара, оказывается. И оба желтенькие. Ну-ка. Нет, ну тут мы взяли первое место. Причем в легкую. Даже эти самураи там, ничего у них не получилось. Глубоководная езда. Оставляем, ребят, свиное рыло на нашем раллийном авто. Выскочка. О, да тут не только выскочка, ребят, тут... Ай-яй-яй-яй-яй, Рэй, ну как же так-то? Ну вот, ребята, и сфейлились мы. Просто я пожадничал. Каким я там? Вторым! Ехал последним почти, приехал вторым. Причем я, ребят, практически две трубы продинамил. Ну, так, доезжай. Есть, мы успели урвать кусочек лакомый. Нормалек. Что я могу тебе сказать еще по этому поводу? Нормалек. Я все время, знаете, что хочу еще поиграть? Помнишь игру
который называется... Блин, на подводную лодку. Ауч. Ну, ёпперсете, блин. Раскисон сделал тут. Каким-то чудом просто, ребят, сейчас получилось. Ты можешь этого фреша обогнать, а? Нет, не можешь. Не можешь ты его обогнать. Но все равно, ребят, первое место. Путешествие на пальцах. Ну, путешествие на пальцах — это уже до дыр заезженная трасса, по-моему. О! О! Лихач, ребята. Панасон. Ну, наверное, хотел сказать Панасоник. Но назывался Панасон. Вот сейчас хорошо он там приземлился. Так сказать, совсем неудачно для себя момент именно на подъеме, ребята, и приземлился. Это, кстати, хуже некуда, когда ты приземляешься именно на подъеме. Ты сразу теряешь скорость, тебя сразу все обгоняют, и твое настроение падает ниже плинтуса. А вот Руди... Кто там? Руди Рентир. Каким образом, блин, меня тут может обгонять? Вот это для меня непонятно. Этот-то ладно, Панасон еще. Китаец или кто он? Кореец, по-моему, да? Или Турция? Я уже не помню. Флаг полумесяц... По-моему, Турция, ребят. Будут комментарии: опять, Рейн, как ты не мог узнать флаг когда? Как ты не мог узнать флаг Монголии? Ты что, спец по флагам, что ли, блин? Как я не мог узнать? Что-то, ребят, хандрят, ребятушки, хандрят. Я-то помню эту трассу с этой заковыкой. С этой заковыкой, ребята, мы справились. Даже очень хорошо. Так, ну что у нас тут? Я не знаю, ребята. Рубаха интересная, но если она у нас есть, естественно, она разберется на кристаллы в автоматическом режиме. То есть нам рубах не дадут, просто выдадут кристаллы. Там 10 штук, по-моему, или 20. Но мне бы хотелось бы рубах, конечно, получить, если такой у нас нету. Потому что по шмоткам... Вот раньше, когда, помнишь, когда еще до вот этих всяких запретов, да, до того, чтобы... Да, кстати, я вот вообще, ребят, не понимаю, в чем... Приколюха запрещать донаты в игре. Вот, хоть убей. Они же теряют на этом сами деньги. То, что вот они запретили нам покупки в магазинах, да? Что донатить нельзя. Вот, это бред, как бы я считаю, ребят. Неоправданно причем. Все, как со сумков сделал. Сегодня, кстати, игруха новая вышла, ребят, не знаю. Стоит, конечно, дорого, если переводить на кошелек. И так она стоит 999 рублей, да? А так 1250, если через программку. Вот, я думаю, купить или нет. И не забывай, что скоро выходит вторая часть про крыс. Первую часть мы проходили с тобой на моем втором канале. Сейчас будет выходить вторая часть. Но не знаю, будет ли она доступна у нас в регионе, друзья мои. Потому что вроде бы как нет, но знаем прекрасно, у нас есть сторонние всякие софты и там подобное, где можно ее будет приобрести. Так что посмотрим. Причем за копейки это можно будет взять. Как я Снайпер Элит брал, да, он стоил в свое время сколько там, где-то штукарь. А на стороннем этом я взял, ну я покупал, короче, ключ. Он мне обошелся в 200 рублей. Ну, тебе дают времени с этим ключом 3 месяца. То есть ключ у тебя действует 3 месяца. То есть за 3 месяца, ребят, на игру, это, мне кажется, за глаза и за уши, чтобы пройти. Да, конечно, ты не будешь ее иметь у себя на постоянной основе, как говорится, да. Ты просто покупаешь временный ключ, как бы, и все. По истечении 3 месяцев у тебя этот ключ аннулируется, и эта игра у тебя больше не будет. Но если ты ее прошел, зачем она тебе нужна? У меня сколько игр в Стиме пройденных, ребята, и просто лежат и пылятся. И с ними я ничего сделать не могу. Не продать, только удалить. И все. Так, ну что, последняя гонка у нас — это выкрутасы. Давай-ка сделаем с тобой выкрутасики какие-нибудь хорошие. Кстати, ну вот на этой трассе, вот Last V8, вот он нормально едет. Если честно, он едет даже очень... солидно. Опа.
Но я круче. Это даже на форсаже. Даже на форсаже не смог меня обогнать, охламон несчастный. Ну что, получаем рубаху. Есть. Билл Ньютон, новый костюм. Не было, ребята. Как дела? Здравствуйте. Свиной. Норм. Норм. Блин, я это-то не отправил. Ё-моё, да что ж такое, я все время забываю. Так, как тут там пишется? Дела у прокурора. У нас делишки. Выпендрился, ё-моё. Тьфу, как гонки-то, гонки. Так, ребята, испытания на скоростных спусках. Ну, я думаю, что здесь тоже никому ничего не надо объяснять, что это за скоростные спуски и как мы... Кстати, вот на скоростных спусках здесь бы, ребят, конечно, бы вообще в зачет бы пошли крылья. Ты смотри-то, смотри, что делает. Баги-то там. Багует. Ну, мы все прекрасно знаем, что баги у нас очень резок на старте. Но потом все-таки сдувается. Потом он все-таки, ребятушки, сдувается. Как говорится, уступает. Дает всем фору. Видишь, и каким он приехал? Он по итогу приехал вообще последним. Вот сейчас будет испытание баланса у нас. Давай испытаем баланс. Если у нас баланс будет испытан, будет все круто. То есть мы будем действительно достойные гонщики, да? Все, ребят, испытание баланса у нас прошло на изи. Ура, 30к. У меня только 26. И то будет. И то только будет. Так, ну что, поехали. Блин, я даже не посмотрел, что там, чё, к чему и почему. Ну, спортивная тачка. Мы ее сделали. Успел я подобрать там горючку. Как ты видишь, немножко стартанул. Сделал отрыв. Свиное рыло машет веником, как ты видишь там своим. И все. Свиной рил. Это напишет, а? Так, идеальный старт у нас был. Но с ним-то, ребята, уж стрёмно проиграть с идеальным-то стартом. Я думаю, мы тут покажем экстра-класс. Да. Экстра-супер-класс мы показали. Всего две гонки было? Да ты шо? Вечер добрый, удачи, и пусть соперники кладают пыль из-под ваших колес. Согласен. И вам не хворать. Тут, друзья мои, собрался силами, думал, ну все, сейчас возьмусь, сделаю себе дискорд. Думал, там оформлю все. Как залез в эти дебри, как начал. Твою налево, ни черта не понятно. Сделай комнату одну, сделай комнату другую. Там это, там все. Это, думаю, куда я лезу? Опа, доза. Доза, ты не вписался. Ты просто не вписался в наши рамки. Поэтому, ребята, доза там отдуплился. Но все равно, рано или поздно я, ребята, хочу как-то... Надо собраться с мыслями. Даже не с мыслями, а просто с желанием, ребята, разобраться в этом во всем. В последнее время такой лентяй стал, ё-моё. Особенно если что-то разбираться с новыми какими-то программами или там подобное. Ты гляди, это доза-то. А чё он так летает шустро? Опа! Я не понял. Ну, я вижу, что у него идеальное приземление стоит. Это раз. Во-вторых, как он подпрыгивает-то так высоко, я что-то не понял. У него прыжинки, что ли, нет? А, у него этот. У него форсаж стоит. Зашибись, у него стоит форсаж. Идеальное приземление. Ну и крылья. Хорошая такая, скажем так, комбинация, ребят.
Так, это точно. Я тут один, что ли, такой? У меня 13 тысяч скоро, а у вас уже по 20 тысяч. Я их говорю, мне мама в детстве не лазай по колодцам. Причем из колодца-то? Причем здесь колодцы? Ну, колодцу, я думаю, понятно будет. Говорила мама, не лазь мне по колодцу. И что, стал ассенизатором стал из-за этого, что ли? Стал лазить по колодцам. Что там за недовольный такой? Говорила мама, мне не лазить по колодцам. Воу-воу. Ребят, пока я тут хихикал, мой свинорыл отдуплился. А это почему? Почему? Потому что концентрацию, ребят, потерял. Все, расслабился, видел, что на хихи пробрал ее. Я говорю, смех не к добру, который без причины. Будет какой-то этот, как сказать-то, будет какой-нибудь осадочек плохой. Вот опять вот начинаю чудить, ребята. Опять крыши нету, сейчас бы вот какой-нибудь еще небольшой косяк или удар бы, и все. И свинорыл опять бы вылетел в трубу. Опять, ребята, пишите в сообщениях, снизь кубки на этом, на вступление. Так, слушай, вертуха. Ким короткий, кто-то там. Есть. Есть, ребятушки. Его развернуло и, видишь, куда-то там потянуло. Непонятно, в какую сторону вообще. Слушай, мы еще не доехали с тобой до этого. Мы добрались только до тоннелей. А завтра, ребята, завтра мы уже возьмем 30 тысяч кубков. Угу. Завтра у меня еще выходной. Так что завтра и черепашки, и это... Что еще? Что еще мы планировали? В Юрский парк, ребята, вы пишите, поиграй в Юрский парк. Я уже, наверное, сотый раз говорю, я не могу в него поиграть, потому что... Поиграть я могу запустить, но я не могу... Например, там поединок какой-нибудь идет, да, или еще что-нибудь. Меня выкидывает из игры, и я больше в нее зайти не могу. Только на следующий день, получается. Ну, понимаешь, да, к чему я? То есть, как играть, если тебя постоянно выкидывают из игры и не пускают туда по долгому количеству времени? Блин. Свинорыл. А там кто-то перелетел, ребятушки. Кто-то там перелетел. Не кто-то там. Так, подожди, вот это я помню. Что ты? Фух! Ребят, вот, так, вот такое мастерство я еще не делал. В первый раз так получилось. Я уже думал, что все. Наша песенка спета, но он все-таки успел на колесики встать и продолжить, так сказать, свой путь гоночный. Что мне очень, ребята, порадовало. Вот этот вот валун, блин, не в тему. Давай, красавчик. Без всяких тут этих выпендрежей и халабут. Все. Да, ребята, Виктори, и мы с вами зарабатываем 26 тысяч кубков. Как с кустика. Ух ты, монетный ускоритель. Так, что там? Я уже 100 тысяч кубков набрал. Мощный. Согласен. Мощняк, блин. Мощняк парень, да? 100 тысяч кубков. И если тут максималка, по-моему, 100. Так, в гараж. А что здесь за гонки? Можно посмотреть? Давай глянем. Что-то мне кажется, здесь опять надо поставить рекорд, наверное, да? Или как? Блин, такая заковыристая. Тут, конечно, лучше с крыльями, наверное. Ох. Или даже лучше баги брать. Странная трасса, но... Пойдет. Так, давай-ка я в гараж быстренько возьму... Вот. Я просто сейчас проверю, ребят, будет ли от этого какой-то толк.
Я не знаю, будет ли от этого какой-то толк. Я вижу, что вон тот хмырь болотный уже ушуршал. Причем так резко, он не успел, ребят, даже начать играть, уже на своих попрыгульках улетел. А че он так завис? А че он так завис-то? Подожди, а почему я хуже всех поехал-то здесь сейчас? Как отстойник, ребят, еду. Слушай, он опять завис. Или он просто так к финишу подъезжает? Я не знаю, или у него горючки не хватает. Что бы это могло означать, а? Тут еще один, ребят, нашелся у нас. Черт, я вообще как размазня еду, серьезно тебе говорю. Это, наверное, скорее всего, ребят, он так занимает финиш. Просто в воздухе. Мне так кажется. Теперь ККМ-ка у нас тут еще. Да что ты, куда ты? Он там крутит, накручивает, ребят, вертуханы свои. Видишь? Да не, ну тут же он не доехал. Я не знаю, что он там зависает, ребят, в воздухе. Я опять-то один? И причем, смотри, как только я остался один, у меня сразу нормально начало получаться ехать. Вон, видишь, свиное рыло пошел отдыхать, спит. 60-е место. Ну, видишь, на чем тут, ребят, катаются? На супердизельках. На супердизельках, плюс при всем этом они берут. Так, а если мы глянем. Подожди, вот гонка, да? Например, супер. Блин. Рэй, нафига ты убрал-то? Так, крылья. Крылья, ускоритель. Саш, я хотел посмотреть. Вот, например, супердизель, да? Супердизель. У нас эта штука есть. Подожди, а нам мне разве это нужно? Мне нужны вот эти вот попрыгульки. Попрыгульки, да? Допустим. Давай вот здесь попробуем. Взять попрыгульки. Дальше что? А вот это вот. И вот это, да? Там, там, по-моему. Подожди, вместо вот этого, по-моему, там берут крылья. По-моему, крылья. Я сейчас просто, ребят, попробую прокатиться на. А вот в приключениях. Давай глянем. Не разбейся только, что дела. Я не знаю, ребят. Как ты на них, блин, будешь прыгать, если они не прыгают, ни шиша? Ну, они серьезно не прыгают, ни шиша. Как? Как на них прыгать, ребят? То есть я нажимаю на прыжок, но он там такой... Ну, просто на нелепейший прыжок, на самом деле, выдает. Что вот это такое? Мне, наверное, кажется, ребята, это просто слабая прокачка. Ну, я имею в виду слабая прокачка именно амортизаторов.
Если я, ребят, что-то неправильно понимаю, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Но ну что это? Ну это не серьезно. Прыжок. Я, ребята, наверное, без машины прыгаю выше. Нет, это... Ой-ой-ой-ой-ой, здесь пролетаю я, понятное дело, здесь не... Опс! Пролетел! Земишинный ускоритель фляг. Даже ничего не получил. Все, 13 тысяч есть. Не обделался. Главное не обделаться, правильно, главное не обделаться. Так, я... Все, ребят, я откатал свое. Пошел дальше играть во что-нибудь другое. Так что, ребята, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.